Или наша почтальонша что-то напутала, или газета «Сельская Удмуртия» сильно изменилась. Да подожди ты, подаю тебя. Дай посмотрю-то. Ой, ты глянь. Что это такое? Журнал для стильных женщин. Для меня журнал. Кристина Агилера в платье от Армани. Небось, дорогуще платье-то. Рублей 300. Ой, глянь, Леди Гага. Поди пьет. Кто такая Гага? Наверное, гусей пасет. Глянь, ногти 5 сантиметров. Как она доит. Сейчас в тусовке модно носить на руках свою собачку. У меня полкан 90 килограмм. Только на горбун таскать его. Стринги 7000 рублей. Слушай, если такой клочок ткани 7000, на бабе Зине одеты миллионы. Попробуй наше новое средство. Ой, вкусно. Ночной крем. Вот-то я дура. Надо было на ночь его. Доем вечером. О, отбеливающая зубная паста. Да ничего она не отбеливает. Матери купила, все ждала, когда у ей зубы белые станут. Как были железные. Одна реклама, все. Линдси Лохан. Глянь, какую грудь себе сделала. Глянь, как выпирает. Глянь, выпирает-то как. Ох ты, поди, когда бегает. По коленям бьют. А ты не завидывай. Тебе-то куды? Глянь, обнаженно Волочкова на Мальдивах. Лежит голая, сверху песок насыпался. Поди, муж у ней старый. Он много натряс. Часто ли вы выходите в свет? Ну да как свет дают, я-то и выхожу. А чё в темноте-то ходить? Крем смягчающий для ног. Зачем ноги-то смягчать? Ноги должны крепкие быть держать. Как на мягких-то ногах ходить? Чепуху-то пишут. Выбирай краску для волос известных фирм. У нас только две известных фирмы. Хна и Басма. По 3 страницу почувствуй запах новых духов. Ох ты, Господи. Да потру я тебе! А ты что жрёшь журнал-то? Сокровище такое. Ларс фон Триер рассказал про свой триптих. Лечиться надо, а не рассказывать. Зубная паста 32 – это норма. У нас в деревне 7 – это норма. И 5. А если муж шибко дерется, то и 1 – норма. И вообще нет, тоже норма. Знаешь ли ты средство от темных кругов под глазами? Знаю. Развод.
как преуспеть в офисе и понравиться боссу. Так. Офис – это место, где ты работаешь, а босс – тот, на кого ты работаешь. Я работаю в свинарнике. Значит, свинарник – мой офис, а Борька – мой хряк, мой босс. Называйте по имени-отчеству своего босса. Борис Хавронич, что ли? Докладывайте боссу четко и лаконично. Так это он докладывает, так что я не успеваю лопатой разгребать. По вкусу ли вам ваш босс? Ну, засолим, попробуем, тогда скажем. Какой аромат использует твой босс? Поцелуй босса – мечта каждой сотрудницы. О, Лиди, как соблазнить мужчину? Да погоди, я тебе потом расскажу. Ты ж сожрёшь журнал-то, драгоценность-то. Нанеси на запястье и за ушами аромат, который ему нравится. Ну, это я самогонкой натрусь. И котлетой за ушами. Нежно поглаживай его под столом своей ножкой. Я его насмерть запинаю. Старайся чаще попадаться у него на пути. Так он на комбайне работает. Ты все, что ли? Че? Не, сельская Удмуртия интересней. Ой, там про все. Там и как сделать шашлык из пшенки. Как вылечить инфаркт компрессом из капусты. А это что? Готовься, Зорька, кушать подано!